Народ, привет! Продолжаем стример Дейли. Давайте возвращаемся в игру. Так, нам тут, по-моему, скоро на работу надо, да? Идти на работу. Сейчас немножко денег подфармить, буквально. Чутка слегонца. И, короче, да. Сейчас давайте стримить, продолжаем. Так, включи, пожалуйста, ПК. Мы там кое-какие запчасти в прошлой серии поставили. Мы поставили видеокарту, мы поставили. Это было в позапрошлой серии, по-моему. Поставили, короче, мать. Поставили, что это, блин, SSD-шник поставили, вот. Ну вот, конечно, у нас еще там были оперативка, две штуки. Можно, в принципе, что, может от старой видюхи избавиться? Типа, нахрена нам столько? О, слушай, а давай проверим, знаешь, что, может, можно помайнить? То есть вот, Mailbox, ты все еще нуб? Двоюродный брат, неприятно делать ставки на стрим, но наша главная ставка начнется сейчас. Если ты помнишь, я выиграл тебя в каждой игре, я смотрел твои стримы, ты все еще не лучший игрок. Я знаю, что ты мусор в пазл играх. И отправлю тебе два косарей, ты докажешь, что у тебя есть хотя бы 50% успеха в пазл в течение 21 дня. Время пошло, подторопись. Ну давай, подторопимся. Пазл гейма, да, говоришь? Фриланс, тиннер, биткоин. Что у нас, кстати, цена продажи? Нифига, кстати, упал. Можно купить, кстати, сегодня биткоин. 53. Блин. 6. Давай, 3. Ну, 42, ну, типа, вообще упал. Ну, по-моему, там за 71 купили. Давай вот так купим биткоинов. У нас 4 биткоина. Короче, все, что выше 60, в принципе, можно продавать, я так думаю, да? Просто каждый день заходить и заниматься вот этим. Так, денег 622. У нас, в принципе, времени хватает. Мы можем проапгрейдиться. Мы можем, в принципе, купить себе для начала... А, это что, камеру, что ли, купить себе? Там, конечно, на все ее не хочется покупать. МТА и Рокки. Блин. А давай, слушай, хрен с ним. Вот ведь эту вебку себе купим. Все. Деньги приходят и уходят, как говорится. Давайте посмотрим, что у нас там. History. Как NCLash популярно сегодня. Fighters. Ну, давай Fighters посмотрим. И бьем. Бьем людей. Я не знаю, блин, ну. Бьем. Бьем на ринге. Бьем на ринге. Окей. Запускаем стрим. И что? А, SSD, VA, VV, DA, SA, A, D, D, S, VV, SSD, AA, D, A, D, S, A, блять, VV, VV, A, SS, SS, SW, AA, A. Мне, наверное, проще это не озвучивать слух, блин. A, D, VV, SS, SS, D, D. Напрягись. Так, давай, погнали. Так. Это ж просто. Это просто, это просто. Это очень просто. Требует концентрации определенной. Смотрите, как могу. У меня уже счет максимальный почти. Так. Они слишком быстро идут. Это помните, короче, миссия, короче, в GTA была, по-моему, San Andreas. Там тоже, типа, на этой машине надо было танцевать.
Блин, давай, соберись. Д, Д, С, 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 Д, Д. Я не успеваю, подожди. Ты в порядке, выглядишь нехорошо. Привет, как дела? Скучно. Сам попробуй, блин, скучно ему. Сам попробуй. Так, давай. Погнали. Блин, оно очень быстро как-то идет. Я прям не знаю, это надо прям полная концентрация, чтобы этим заниматься. Ну, сложно, блин, сложно. Сложно прям 100% делать это. Так, давай. В, Д, С, 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 А, Д. Блин. Ну что, тут какой-то мега хардкор подъехал. Идеально тут не сделаешь никак. Оно слишком быстрое. Зритель говорит, что у него сложная финансовая ситуация и просит вашей помощи. Ни хрена себе он 200 просит. У нас зрители выйдут. Да, блин, приятель. Что-то до хрена хотите, если честно, блин. У него самого денег, блин, голяк. Даже если мне, по-моему, даже на первый вариант, блин, там и не хватило бы. Никогда не видел, чтобы стример там во время стримов донатил бы какому-нибудь там подписчику, блин. Если, конечно, там это не какой-то его знакомый, блин. Ну это типа вообще что-то какое-то. Типа не факт, что он там правду говорит или что-то еще, блин. Что лучше, Таркин или Road Fighter? Таркин. Это типа Street Fighter и Taken. Да фиг его знает, братан. Street Fighter, наверное, может лучше. Хотя эти игры оба хороши в своем жанре, если так уже описывать их. Давай. Сосредоточился, сосредоточился. С, да, 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 а, а, С, да, 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 С, С, Д, В, В, А, Д, А, В, А, В, А, С, С. Избитый и убитый, да, да, да. Да-да-да, все подряд клавиши, короче. Спасибо всем, кто задонатил, спасибо всем, кто смотрит. Я стараюсь тут убивать, стараюсь, стараюсь. ВАЗ, Д, Д, В, С, В, С, С, А, С, А, В, Д, А, А, Д, В, А, А, В, С. Короче, что-то мне уже подзаебывает эта игра немного, если честно. Вот так вот играть, тут эти клавиши нажимать. Ну, блин, слишком много внимания, слишком много концентрации надо. Вот если бы оно хотя бы два раза медленнее шло, я бы успевал бы, блин. А так оно что-то вообще пипец какой-то. Давай еще немножко постримлю. Нам, в принципе, скоро еще на работу уходить. Ну как, во сколько там, 7 утра, по-моему, у нас работа. Ну, я, судя по всему, я чемпион, я нормально набираю. То есть у меня максимальное количество очков. В, В, С, 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 В. В принципе, если я только буду определенные две клавиши, не все пытаться попасть. То есть держать на двух. Блин.
То есть, в принципе, можно держать максимальное количество очков. То есть, я не знаю, грубо говоря, у тебя две. В и С. В и С берешь. В, В, С, В, С, В. Так, в принципе, можно не делать ошибок. Продолжайте свой стрим хладнокровно. Так, зрители удвоятся. Выйдите на улицу, пока все не успокоятся, а после продолжайте свой стрим. Из-за тех, кто интересуется ситуацией, ваша половина увеличится на количество зрителей. Давай. В, В, Д, 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 С, Д, С, А, А, С, А, А, В, С, 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 А. С, С, А, А, А. Ну, короче, вот так вот. Что-то просто пропускаешь. Вот, типа, как на две клавиши просто играть стараешься. Который у тебя там поближе к твоим пальцам сейчас. Так, ну удобно, наверное, S и V я буду. S, V, S, V, V, S, V. Ну, типа, оно так нормально по очкам выходит, типа, а чё бы и нет. Что там прилетело, что там прилетело? Так, прорекламируемся немного. Так, S, S, V, V, блин. S, V, S, V, V, S. А, Д, А, В, С, С. Это, кстати, чат нечитанный. Так, ты кто? Кто ты? Кто ты, воин? Мне нужно идти пакета. Давай, до свидания. Ты кто такой? Давай, до свидания. Д, Д, В, В, С, В, 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 С, короче. Так, А, В, Д, Д, А, Д, В, В, А, В, А, А, С, С, Д, В, С, А, Д, С, Д, В, С, А, С, А, С, Д, Д, В, А, Д, Д. С, А, В, В, А, С. Ух, тяжело. Так, ладно, может что-нибудь подарить мне сапку? Но это у людей спрашивали. Я, конечно, против такого выпрашивания, но мало ли кто тут добрый найдется. Как тебе повезет. Почему что-то как-то много попрошаек на стриме, вам не кажется, а? Вообще с таким должны модераторы сразу разбираться, я же там нанял одного, то есть меня прокачан. Д, С, Д, 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 В, В, Д, В, А. Слушайте, ладно, ребят, все хорошо, все прекрасно, но мне пора уже, наверное, спать. Ловеров 700, доход за донат, доход за рекламу, 12 бочинских, итого 18. Хорошо. Что там, кстати, по файтам? Опыт 37. Слушай, нормально, нормально. Улучшение, может, какие-нибудь у нас получится. Окей. Шанс получить зрителя, шанс получить зрителя, шанс получить фолловеров. Уведомление. Давай уведомление качнем. Вообще тут надо, блин, вкачивать хорошо так. Панельки, вот. Популярность плюс 2%. И мы опять без бабла, да? 97 бочинских у нас. Навыки. Какие навыки нам надо? Ну, вообще, конечно, денег бы неплохо раскачать. Ладно, давай еще фолловеров немного. Вот у нас уже на троечку. 50% в пазл. Переехать в свой дом. Еще пока есть время повысить качество трансляции хотя бы до 50. Угу. Давай, я не знаю, поспим. Энергию спать. 5 часов поспать. 1 час похавать. И на работу, да. На работу. Так. Сытость, давай, сытость. Хаваем. И у нас ровно час до выхода на работу.
И идем на работу. Замечательно. Так, энергия. Поспим. 6 часов. Ну да, блин, надо. У нас ночной стрим будет. Небольшой такой, коротенький. Имущество, инвентарь, 2 дня до доставки. Небольшой, коротенький стримец у нас будет. АБС. Что-то популярно. Survival. Fighters. Fighter мне заходит. Кнопка. Фигопка. Кнопка, фигопка. Давай, поднимем опыт файтеров. Давай, погнали. У нас, в принципе, сколько там уже зрителей? Максимум 180 собираем. Так, давай по нашей старой методике. У нас файты, в принципе, неплохо собирают. Они. У нас неплохо в них получается играть. Так, давай. Методика наша. Как всегда, на лучшем уровне. Давай. АДА. Уже и зритель появился на канале, как говорится. Можно, конечно, выполнять задания, типа. Ну, я не знаю, типа, можно ли тут такие коротенькие стримы, типа, устраиваешь и, типа, хоть чуть-чуть, но набираешь. СВА, ДДД, АД, да. СВА, ВВАЭС, ДД, ВВВВВ, что там? Я могу отправить ссылку в чат, хочу, чтобы ты посмотрел видео. Не, братан, не-не-не. Ссылай в личные сообщения. Я тебе лично отвечу там. Типа, только ссылку там на YouTube, там не какие-то сторонние сайты, там ничего такого. И что же такое? Ну, нет, как бы ссылка еще на YouTube. Я, конечно, знаю, что типа можно ссылку замаскировать под другую ссылку, но какой-то вредоносный ресурс. Вас захостил другой стример. Спасибо, братан, спасибо всем, кто пришел. Со стрим количество ваших подписчиков увеличится на 10. Не может быть макс число подписок и не может быть больше 10. Да? Подписал-то подъехала. Спасибо всем, кто подписался. Я очень благодарен за это. Аж даже играть лучше начал, смотрите. Эх, перехвалил себя. А, да. ВВВВДС. Там, тут на самом деле совсем не успеешь. ДДАД. Да. ВВС, В. САДС. Ладно. Выключаем стрим. Коротенький стрим, фолловеров столько-то. Доход с донатов. Немного заработали, но заработали. Партнерская команда Switch. Мы согласовали с вами партнерское соглашение Switch, поскольку ваши стримы набирают большое количество просмотров. Обычно вы получаете $5 за сапку. Мы увеличим до 10, и стримы 60 FPS или доступны. 10% increase in stream quality. 10% повышение стримерское качество. Также мы отправили вам кнопку Switch, специально изготовленную для вас, администрация Switch. Спасибо большое. Это как кнопка на Ютубе там, по-моему. Первая дается вроде за 100 тысяч подписчиков. Ну, что-то такое. Да, определенно. Нужно восполнить счастье.
Давай вот 50%, погуляем 3 часика ночью. Что там надо еще нам? Похавать надо. Мы поели часок. Ну и хапануть надо немного. Давай, вот. Хапанули. Хапанули и пошли на работу. После чего мы смотрим навыки. Нет, не навыки, инвентарь. Разместить объект. Достаем. А, это кнопка от этого, от свеча, не знаю, твича, свеча. О. Какая висит. Давай, короче, надо храпануть. Спать. А давай по максимуму, слушай, поспим сейчас. Храпанули. Похавали. И постримили. Не, ты подписчика не продлили подписку. Как они могли, а? Инвентарь. У нас тут как раз новое обновление. Так, вебочку. Вот так вот. О. Этот мы. Давай, сборка ПК. Где там веб-камера? Мне кажется, можно две использовать. Камера. Вот это. Пожалуйста, размести мне. И старую мы, наверное, продадим. А что, можно типа две камеры использовать? Не понял. Не, камера, ну типа одна у нас камера. Окей, а где старая? Окей, установить детали. Установить лучшие детали. Окей. Ну давай. Блин. Моник, сюда, пожалуйста. Включить, выключить компьютер. Подняли качество трансляции, по сути. И вообще, как бы надо нам в пуздл, пазл немного поиграть. Так. PS. О, смотри, какое уже качество стало получше, да? Получше. Уже такой. А чтобы кнопка это была, свеча, я не знаю, свеча вот это вот была захвачена. Вот так вот. В принципе, сойдет. Давай, запускаем стрим. Не только общение. Так, пазл мне надо. Пазл, пазл. Пазл, блин, сейчас не популярный. А у меня есть вообще пазл? Souls Life, Fighters, Race. Давай, не, подожди. Выйти с ABS, Steam. Где там пазл? Юзери. Я тебя портал, да? Давай купим. Установим пюзель. Установить. О, на SSD-шник устанавливается. Надо опять игр, блин, понакупать себе, блин. Еще больше. Рейсы. А, уже есть, подожди, да? Рейс у нас есть. Fighters, Souls-like. У нас, по-моему, уже всех игр по одной есть. Доту 2, ну, Роту купить,
пить, установить, она уже нормально так место занимает. Ну давай, подрубим Steam, в принципе, OBS. Fighters. Давай ретро, блин, поиграем. Опыта поднакопим. Игры наших предков. Игры наших предков. Давай. Ох ты ж. А, это Тетрис? А как его? Ага. Отлично. Ну, Тетрис это вообще круто. Давай. А держи типа пофиг на цвет, да? Давай вот так, ладно. Тебя сюда. Угу. Идешь сюда. Что там? Ну тебя давай в бочину. Блин, это же да, можно переворачивать. Ладно, идешь сюда. Угу, а ты сюда. Идешь сюда. Так, ты идешь сюда. Изи-пизи. Ну, Тетрис это просто. Так, у тебя давай вот так вот поставлю. Тебя сюда. А кто-то делает дедо, закройте стрим. Ну, количество ваших зрителей уменьшится на 50%. Не, репутацию пока не будем тратить. И сюда. Ой, блин, а тебя куда? Блять. Извиняюсь. Чё-то не придёт пока. Сюда идешь. Блин, 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 скил, вот сюда давай. Короче, выезжаем пока вот на таком, да? Я молодец. Я большой молодец. Угу. Тебя только вот сюда как заглушку так ставить. Думай голова, блин, шапку куплю. Сюда, наверное. У тебя сюда получается. Блин. Там слева надо что-то запихнуть продолговатое. Блять. Ладно. Уровень 3. Вот сюда. Есть, скажем так, определенные пробелы. Так, зрители скинул ваш номер в чат. Покажите всем аккаунт человека, который сделал это. Он отправит вам $100, чтобы вы прекратили.
Оскорбить того, кто сделал это. Количество ваших зрителей увеличится на 20%. Бабки давай сюда, гони. Лайка рекламку. Рекламку. Да пофигу уже. Уже проиграла я в этот Тетрис. Уже, блин, луплю как попало. Давай уже. Сначала просто хочу начать. Эй, чё счёт так упал? Где весь мой счет? Почему он упал? Вот здесь тяжеловато будет мне сейчас. Блять, нахрен я кнопкой, короче, двинул в последний момент. Тут, в принципе, еще можно выкрутиться как-то, но мне сейчас пробел будет. Я даже не знаю, где его делся этот пробел. А вот здесь пускай будет пробел. То есть еще один. Все, ну давай нижний ряд, короче, уберем. Угу. Остался 1 час. Успеваем. Успеваем. Ладно, народ, сейчас сделаю, смотрите, какой ход конем. Фигак. И сюда. Фигак. Все. Стримеру пойти на работу уже пора. Всем спасибо, всем пока. 20 фолловеров, немножко заработал, вышел за БС. Люди заценили выпку, я пошел. Выключить. Качнулся. Стримеру нужно деньги зарабатывать. Уж от этого не денешься никуда. Так, переехать в собственный дом, в свой дом. Мне, в принципе, еще половина времени есть, чтобы переехать в свой дом перед тем, как меня выкинут. Бабло есть. Бабло мы сольем на что-нибудь, прокачку себя как стримера. Энергия. Восполнить энергию. Спать. Спать хорошо, так спать. Кушать. Все, поели, покушали. Ночной стрим организовали. Поели, покушали, поспали. Так. Включаем. Слушай, я бы еще, может быть, модем всякую или подписку организовал бы. Кстати, давайте проверим биткоины. Что у нас там с биткоинами? Цена покупки 50 бочинских, цена продажи. В принципе, можно один купить. Да, определенно можно. Что я хотел? Я хотел купить себе NVMI. Ну, это типа как жесткий диск, но типа с него там вообще типа все быстро будет, да? Монитор, мышь, клавиатура, ОЗУ, наушники, микрофон. Может, микрофон всякой попиже взять? Прям хороший какой-нибудь такой, я не знаю, на все бабки. Во. Купить, блин. Все, запускаем опять стрим. Что популярно у нас там сегодня? Там пазл вообще надо качать. Кстати, у нас игры качаются, подожди. Steam, нам пазл надо качать. А, играть все есть, но подожди, а где оно? Пазл, но они не популярны сегодня. Battle Royale. Давай Battle Royale, короче.
Губка. Губк. Чемпионс лиг. Чемпионс. Чемпионс лиг. Давай. Перед стримом. Twitch integration, view integration. Вы начнете стримить с 30 зрителями, ботами, но вы потеряли 20% репутации, вы получите 30 зрителей, 100 фолловеров, стоимость 300. Вы потеряете 20 репутации, настройки стрима, улучшения. Да, можно что-то вкинуть. Не хватает денег. Ну и нормально, похуй. Давай, погнали. Короче, можно тут в стенки вырезаться. Кто есть в правой комнате? Ну, походу, я живу с родителями в гараже вообще. Какая твоя самая большая мечта? 100 миллионов подписчиков. Лимао. Лимао. Да, это я, Эль Мао. Китайский стример Эль Мао. Эль Мао, Эль Мао. Мао Эль. Повторяйтесь, я уже отвечал на этот вопрос. Давайте собираем пули. Качаемся как стример. Надо будет потом, может, как-то накопить себе на подписку там на Ютубе, загружать это все, короче, видосы еще на Ютуб себе. Так, врезаемся. Специально это было. Потому что становится все сложнее и сложнее. Иногда проще скинуть вот эту большую змею. А где подписчики, блин? Можно поиграть с тобой, пожалуйста? Ну давай. Только я думаю, что это одиночная все-таки игра. И так просто это не получится, братан. Не получится. Нет, чат, напишите плюс один, если вы со мной. Ну-ка, чатик, давайте. Все написали плюс один. Пожалуйста. Кто-то хочет со мной еще поиграть. Заходи, братан, тут всем места хватит. Осталось 3 игрока. Скучно. Ну, скучно, блин, смотри, всем остальным, блин, весело, а тебе одному скучно. Всем весело, а тебе скучно. Мамма мия, да. Новые кнопки, тю и е, пользуешься? Да, да, пользуюсь. Вот, смотри, тю нажал, ничего не произошло. Е тоже ничего не делает. Слишком много патронов, ты такой жадный. Да, я жадный. Много патронов, да, собираю. Пока вы разговаривали по телефону, вы забыли выключить микрофон, и зрители услышали ваш разговор. Какой беспечный стример у нас. Посмеяться и продолжить стрим. Количество зрителей увеличится на 50%, извините, перед зрителями репутация увеличится на 20%. Да и давай репутацию немного. Ну как раз вот, репутацию запущу, рекламу себе. И денежка будет. И репутация будет 75. Это какая-то там большая мечта. Я тебе говорил, братан. Хочу 100 миллионов подписчиков. Вот 100 миллионов подписчиков, и я счастлив буду. Вот стример прям будет доволен. Ты посмотри, как он выжимает эту игру, блин. Это ж Гуфга. Тот самый знаменитый Гуфга.
Так, надо поотвечать им на сообщение. Это вроде как дает репутации нам. О, спасибо за донат. 2,3 доляра мне капнуло. Спасибо за долярщики. Люблю, знаете ли, хрустящую бумагу. Так, отвечаю на эти, на чат. На чат обязательно надо отвечать. Так, простите меня, здесь есть девушки, девушки, добавьте меня. Девушки, добавьте его. Молодой, красивый и горячий. Ты хорошо играешь, поздравляю. Спасибо, спасибо. Долго тренировался. С самого детства еще там, с первых телефонов, с мобилки. Тут главная тактика, блин, скидываешь хвост, короче, и играешь. Давай, пошли наверх. Становимся популярными, слушай, ты понимаешь это? Давай еще до 6 утра, короче, постримлю. Эти фолловеров мне уже почти 5000. Почти 5000 фолловеров. Это не может не радовать. Мы становимся популярными. Уже и народа столько в чате пишет, слушай. Прям не успеваешь читать, что они там пишут. Скоро, наверное, будут лететь. Почему тут все странные? Ну вот, странные люди, они, да, они есть на этом белом свете. Угодно играет лучше тебя. А ну-ка, видишь, как я умею красные точки собирать? А их собирать не надо. Только я так могу себе позволить. А кто угодно не может. Что за наушники? Обычные, самые петличные там наушники. Какие там? Самые дешевые, самые простые. Которые на прилавках в торговом магазине продаются, да? Как называется игра? Гувга. Гувга. Зудят. Ну, зудят, не зудят. Главное, что их не видно. Все, народ, пора стримеру на работу. Сорокет баксов заработал, ты видишь, что творится. Выключаем компьютер, очко, вкидываем. Ну блин, мы тут на работу ходим. Реклама, давай счет в играх. Счет в играх будем повышать тебя. Пошли на работу. После работы поспать, поесть. Так. Давай счастье, начнем с счастья. Да даже на деньги можно. Типа, чё бы и нет. Энергию. Выспимся, покушаем. Так, сытость. Давай дома покушаем. Все, покушали и стримить, получается, да? Блин, нафиг ты монитор хватаешь? Хватай монитор. Посылка. 2 дня до доставки, понял. Понял, принял, услышал. АБС, общение, батл рояль. Пазл. Ну, мне пазл, типа, надо стримить. Мне там деньги хорошую могут дать. Ну, я не знаю, я успею прокачаться там за этот срок, не успею. Мне кажется, не успею. Ну, слушай, ну и всех денег не заработаешь тоже. Давай в FPS попробую. Это получается КА. Играем в КА. Это как КА World Offensive. КА War. Что мне там упало? Что-то упало со стола, ну да ладно.
Не важно. Наша любимая игра, да? Там, где мы никак не можем все счет, блин, выше. Мне кажется, только надо прокачивать, типа, чтобы больше очков получать. Типа, сейчас экономим деньги, потом вкидываем, короче, все на этот, на урон. Достаточно, не мешай мне. Братан, закрываешь, и никто тебе не мешает. Здесь никто никого силы не держит. 30 человек, 31 человек смотрит. Ну, с тобой один, получается, 30. Так, вепун. Ну, давай КПшку, да, еще. Возвратим. Все, потом максимум в этот вкинем, в дамаг. В дамаг потом все вкинем максимально. Мне клавиш, кажется, не хватает на урон. Ну, на стрельбу. Тут заодно, короче, я заметил, сколько 50 очков отдают. Давай урон. Продолжаем. Кинулись в урон. Гранаты — вещь вообще бесполезная. И сколько окошек? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Не, а гранату получается выгодней. Тогда они все должны быть на локации. То есть на 100 очков получается мы в плюсе за гранат. То есть, ну, может даже имеет смысл ее покупать, гранату эту. То есть, как бы, почему бы и нет? Опять агмак себе взял. Давай урон. Все остальное, в принципе, в хпшку сейчас все вкинем. Все, 50 кс. Все, оно уже ваншотит. Почти. Почти ваншотит. Ну, за 2 убивает. За 2 убивает уже, по крайней мере. Зрителей, ну, кстати, зрителей не так уж и много почему-то. Блять, я нажал продолжить. Ну все, это ГГ. Я мискликнул. Так, быть на стороне модератора. Ваш модератор оскорбляет одного вашего зрителя. Ваша репутация уменьшится на 25. Зритель на модератора понизится на 1. Не, модератор наш хороший чувак. Еще лишаться модератора как-то не особо хочется. Блин, дайте прокачку, я сейчас солью. Все, пацаны, 5 утра. Хорош. Хорош уже. Выйти. Что нам надо? Выключить. Посылка там когда? 2 дня еще. Слушай, а что мне там качество трансляции? Вот я себе веку повесил, блин, сейчас микрофон придет. Слушай, вот, а нафига мне вот так вот положить в инвентарь? Инвентарь, камера. Продать. Все. Мне, в принципе, больше и не надо, вот у меня вебка есть хорошая. Ну да, как-то так. Что нам надо? Энергию. Вот часок. Пошли на работу. Все.
Еще хапануть можно. Я до максимума. Ну и покушать. И вот нормально укладываемся в график. У нас даже время сейчас 23. То есть мы не прям ночью начали. А, так. 2 дня до доставки, окей. Включить свет, выключить компьютер. Давай. Погнали. Запускаем стримец. Такая это. Блин, или попробовать пазл, короче, играть. Гейт. У меня их что, несколько? Гейт. New game. Гата, да. Именно гата. Катае. Необходимо выйти, найти подходящую пару карт, нажимая на них, когда вы переворачиваете две неподходящих друг другу карты, они... Ага, я понял, кажется. Так, осьминог. Осьминог, зеленая хуйня. Мужик. Не, мужик был здесь. Мужик. Окей. Купидон этот. Петух. Так, Купидон где-то тут, по-моему, был. Не, Купидон вот тут был. Так. По-моему, я попадался уже, но я не помню где. Так. Не, подожди. Или тут ты был. Где-то уже мне попадался. Дельфин тут. Мужик. Блять. Вот так. Блин, а где? Подожди. А, точно такая же карточка. А где я, которую не открывал? Петух. Стрелок. Петух где-то тут был, по-моему. Угу. А Лёва где-то тут, по-моему. Нет, тут. А, ну вот эти вот рядышком. Мужик. Лёва. Нет, а Сквид там. Так. Лёва. Это ты. Нифига себе. Вот так вот получается. Не, подожди, а где? Вот этот. Нет. Вот этот. Вот тут вот. Стоп, подожди, я немного потерялся. Мужик с головой. Да, вот мужик с головой. Я его ищу тут, блин. Давай, рекламку дадим. Ага. Не, этот вот тут вот у нас. Все? Я все нашел. Угу. Угадали. Купидон. Ой, подожди, Лёва. Подожди, Гайдис. Где у нас Гайдис? Вот сюда. Да, братан, новое. Так, мужик с чаем. Мужик с чаем. Непонятный чубзлик. Так, Купидон. Подожди, где-то он попадался же, вроде Купидон. Лёва, здесь вроде был, да. Мужик в синем. Кто-то делает DDoS-атаку. Заходите стрим, пройдет 30 минут, количество ваших зрителей уменьшится на 50. Ну, блин, что делать? Мужик. Мужик с луком, подожди, мужик с... Так, петух. Купидон. Питон где-то здесь был, по-моему. Нет, подожди, где-то тут. Не. Блять, подожди, где-то ж только что я его открывал, этого Купидона. Вот, Купидон. Так, ладно, что там сверху? Дельфин. Петух. Нет, там... Ага.
Подожди, ты. Нет. Вот так вот. Обожравшийся кто-то там. Обожравшийся кто-то там. Так, петух. А петух, если по-моему, не попадался. Ну только вот. А, да, вот. Рядышком. Все. Сделали. Угу. Я понял. Ладно, ищем. Так, не тут. Ну тут. Мужик с чаем. Подождите, где тут, по-моему, мужик с чаем был? Так, ладно. Петух. Блять, подожди. Вот петух. Тут был петух. Лёва. Нет, не тут. Дельфин, Купидон. Угу. Мужик с чаем. Подожди, нет. Дельфин тут. Так, застрельщик. Подожди, нет. Так, ты идешь сюда. Ты идешь сюда. Ты в таком случае так точно не тут. Ты тут, что ли? Нет. Как одябло. Так, вот ты сюда. Застрельщик. А, вот там еще снизу у нас точно. Ух, так, зрители 29. Ну, кстати, в этой игре можно быстро прокачаться. О, как я угадал. Мужик с чаем, осьминог. Даже где-то тут же был Лёва, вот он. Поскольку твой отец пользуется сейчас интернетом, быстрее битрейт сильно упал. Новых зрителей и сообщений чате уменьшится на 70% на весь день. Слушай, ситуация, время для переезда уменьшится на 5 дней. Ну давай немножко битрейдика. Подрежется у нас. Блять. Ой, где там осьминог? Вот он, осьминог. Все, пацаны, извиняюсь, но пора на работу мне идти. Пора на работу идти. Выключить. Не знаю, 50% пазл. Ну, я не успеваю. Что мы сделаем? Мне вообще не хватает метаболизма, наверное. Все, пошли на работу. Энергию. Поспим. Дали Хаповицкого, дали покушать, да? Поели, поспали. Постримили. Погнали. Посылка. Один день до доставки. А можно немножко побыстрее? Сбор КПК. Так, включить. Включить, выключить. Что там, пазл есть еще? Давай установим.
Сильно, у нас так может и место сколько закончится на жестких дисках. Более какие-то прокачанные игры, они более требовательные. О, пазл как раз. Гейт. Пазлаем. О, пазлах. Пазлаем в пазлах. Мне нужно братаны 50% достичь, так что... Так, желтая фигня, мужик с чаем, лев. Желтая фигня, так, подожди, где тут была желтая фигня? Фолловеров достигла, что-то там... А, нужного уровня, теперь нам могут деньги скинуть, да? Подожди, мужик с чаем. Мужик с чаем. Мужик с чаем, я сказал. Дельфин. Объевшийся этот. Петух. Кто тут, по-моему, видел петуха, не? Вот так вот. Ты сюда. Ты, по-моему, нет. Вот ты сюда. Лёва сюда. Нет, на низ. Лёва тут был. А, ты сюда. Получается, ты у нас сюда. Нет. Подожди, где он? Вот тут вот. А... Не, подожди. Ты сюда, значится. Вот так вот, все четенько. А вот тут вот дельфин. Так. Угу. Не, подожди. Где там вот Купидон был? Мужик с чаем, лев. Мужик с чаем. Подожди, мужик с чаем. Блядь, где-то. Так, где-то штук был, подожди. Я только что на него натыкался, вот он. Батя, хорош мешать уже, а? Мужик с чаем. Подожди, где тут объевшийся? Вот объевшийся. Не, подожди, а где его находил? Я заблудился. Бля, дельфин, дельфин. Вот только что. Ну, помню, что находил его, видел тут только что. Вот так. Желтая фигня. Нет, тут объевшийся чувак. Подожди, где он тут был? Вот он, объевшийся чувак. Все, вот так вот. Время 2 часа ночи. Все, пацаны, ладно, спасибо всем, кто пришел. Зрители 0, все спят, все отдыхают. Улучшение. Все, понемножку вкину. $132 у меня есть. А вот и новый микрофон еще подъехал. Угу. Положить в инвентарь. Подключаем сбор КПК. Лучшие детали устанавливаем. Так, микрофон еще установлен. Микрофон еще установлен. Соответственно, мы этот продаем. И заказываем новый. Включить. А хватит ли мне денег, кстати? Наверное, давайте зарплаты.
Mailbox. Качество стрима достигло нужного уровня. Зрители больше не выходят со стрима моментально, однако большое количество зрителей может принести проблему. Ненормативная лекция, борьба, неуместные статьи. Чтобы держать это под контролем, вам нужно увеличить число модераторов. Модераторы следят за чатом, пока вы заняты, и отвечают зрителям. Чем больше у вас модераторов, тем быстрее зрители получают ответ. Как вы знаете, репутация растет, когда вы отвечаете зрителям. Так что не забывайте про них. Я свяжусь с тобой после того, как ты наймешь модератора. Так я уже, братан. Я уже нанял модератора. Ладно, мне надо, короче, пазл, блин. Ну, пазл must be. Must be. Или давай, ладно, что-нибудь популярное. Souls-like давай. Пофигу. Деньги пыль. Не, ладно, или пазл. А, или вообще, слушай, давай продолжим уже в следующей серии. О, подожди. Улучшение канала. Ты добавил модератора на свой канал. Ты заметишь, что качество стримов вырастет. Тем не менее, это не оборудование или модератор, который улучшает качество стрима. Тебе нужно украсить интерфейс стрима. Много факторов, отыграющих музыки, когда заходит подписчик. Это я все делаю эффективно за счет хроматии, перехода между сценами, которые привлекают зрителям. Тем не менее, кто сделал, то будет заниматься плану. Тем не менее, кто это сделал, это будет взимать плату в зависимости от количества работы. И ты должен потратить деньги, чтобы заработать деньги. Мой тебе совет, лучше плагин хотя бы на один уровень. Это немного дорого и отнимает время, но я верю, что сможешь преодолеть это. Удачи. Спасибо, братан. А что, не выключил его? Все, компьютер выключили. Ну а вам, дорогие мои, спасибо, что поприсутствовали на записи этой. Хотел сказать на стриме, но это не стрим. Так что всем спасибо, всем пока. Приходите на следующее видео. До свидания.